Всем здорово. Это снова сталкер Тень Чернобыля. Продолжаем здесь лазить. Я не знаю, почему мне часть серии не записалась. Когда я дошел до этого бункера, я просто давно играл реально, я уже всего и не помню. Нам надо куда-то туда, за бункер. И я так думаю, что это тут вертолетик. Вот куда-то вот туда нам и надо. А кто здесь у нас? Тумана какая-то просадка FPS начинается, непонятно. Ой, бля. Тихо-тихо. Тут радиации полно. Счетчик так и трещит. У меня есть граната? Где есть граната? Я не уверен, что она. Подожди. Оружие заклинило. Да блин, как такую винтовку может клинить? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, что за хрень? Что за хэ? Поднимайся! По лестнице поднимайся! Ты чё? Алло? Безымянный или как там тебя зовут? Так, не нравится мне такой туман. А, как применять? Ё-моё, я уже всё забыл. Сталкер так давно не играл. Вон кто-то ходит. Бля, чё ж пушка такая точная? Не точная-то, а? Это что такое? Или я попадаю по ним, я не вкупаю. Кинул, блядь. Кинул гранату. Так. Опа! А ну-ка! Ё-моё, сколько ему надо выстрелить патронов, чтоб он под люка отъехал? Подожди! А вот это что? А, в голову попал. Ну надо же. Так, здесь, да, эта тварь забежала куда-то сюда или нет? Не показалось? Да вон я смотрю, еще на болотах шатаются эти. Ёбин рот. Ну и где ты? А вот он. Сдохнет. Он настает меня реально уже. Подожди, это не зомби. Да ладно, ну что ж такое? Попал, бля. Это не зомби, зомби они ж не приседают. Или приседают. Ебать, рядом с ним граната разрывная взорвалась, а ему, по-моему, хоть бы хрен. Ах, ладно, побежали. Я не хочу, чтобы меня видели эти твари. Сука. Заебали. Неточность эти. Так. Давай посмотрим на предмет патронов. Немного патронов. Так, мне сюда что ли надо? Али нет? А, мне труп найти надо. Опа. Звукозапись Васильева. Сдох вот ты, сука. Я на болотах. Сдох. Где бункер? Хрен. Черт, черт, подери. Ой-ой-ой. Я не могу определить, где я нахожусь. Сахаров не отвечает. Вот ты ж
Нафиг надо, я ухожу. А подожди, куда я ухожу? Туда не знаю куда. Мне куда-то туда надо. Я хочу найти безопасное место. Ебать, я так говорю в сталке. Безопасное место найти хочу. Обыскать тайник. Давай перекусим вот такую херню. Нафиг мне пистолетик. Ученого вот этот. Так, F6, по-моему, тут, да, быстро, да. Карта. А как она там называется? Карта. Янтарь. А, да. Подожди, это что? Поговорить с Сахаровым. Проникнуть в лабораторию. Давай, наверное, поговорим с Сахаровым, с этим, который в этом, в ящике, в бункере вон в том сидит. Хер ли тут идти-то по расстоянию? Ой, да ты ладно. Прыгнул же просто так. Как так-то? Любезно открыли. Да-да, вот этот чувак постоянно так говорил. Я здесь у него брал этот квест вроде. Иди сюда. Сахаров. Давай. Да-да? А, поговорю еще с ним, похоже. Так, вот это вот что такое? 30 тысяч, эколог. Созданный костюм. Подожди. А он лучше моего, что ли? Деньги у меня есть? Деньги у меня есть. Такие патроны даже не обсуждаются. Так, тут на пистолет. Пусть немножко останется. Давай вот такую я одну съедаю. Так, секундочку, простите, пожалуйста. Извините, мне позвонили, надо было отлучиться. Ну что, продолжим потихонечку. Я взял колбасу, что я там взял? Вот такие у меня полно штук. Вот это даже нон-стоп какой-то. Ну продавать его что, 15 рублей стоит. Я вот думаю, вот такую может хрень купить. Давай купим, что думать. Деньги есть, он еще 30 тысяч. Так, не додакай. Я сюда зайду, можно здесь поваляться? Нет. Так. А как посмотреть, лучше она или хуже? А, подожди, это вот это вот... Это эколог столько дает? Ожог, электрошок, взрыв, пулестойкость. Взрыв, пулестойкость, химожог. Не, ну немного... Да нет, он лучше, я оставляю. Подумаешь, там немножко пулестойкость. Хуже, а так зато от всяких воздействий там гигантская просто защита. Забираю эту херню за 9000. Я думаю, так, 682 на продажу. Она у меня заклинивает, эта винтовка. Давай я куплю новую винтовку, а вот эту старую я тебе отдам, чтобы не было говна этого, чтобы она не клинила там. Доставай пушку. Все. Обновился, так сказать, маленечко. F6. А теперь пошли туда посмотрим. Как пробраться в это. Ну, в ту херню. Что это такое? Излучатель там или что? Я понятия не имею. Но он говорит, типа, теперь мы можем отключить. А, подожди, нет, то запись этого. Их запись их расследования или чего там, где-то они были, что теперь они там могут отключить. Какой-то там излучатель. Ублюдская херня крепкая какая-то, херта, блядь. И еще один человечек где-то тут фиксируется. Гараж. Самый настоящий гараж. У нас типа такого было. Вот эти штуки так открываются двойные, я помню, ворота. По таким гаражам прыгали. Ну кто не бегал? Нормально, у кого детство было, все по гаражам бегали. Играли в прятки, кидались какой-нибудь херней. И так далее, и так далее. Так. Твою мать, я повключал сразу все. И кровотечение у меня. Ё-моё. Что? Хорошо. Вроде срезал я его. Два человека все равно есть где-то.
Интересно. И все равно два человека фиксируются где-то. Ух ты ж, ё-моё. Интересно, как так? А, вижу. Ха-ха! Нихера его откинуло. Так, ну привет. Блять, я эти патроны, нахер я их собираю в таких количествах? Что мне потом с ними делать? Мне очень не нравится вот это вот, что сейчас с экраном творится. А там собака, да? Нет, там эта тварь. Какая-то, блядь, я не знаю, как она называется. В противогазе хуйло, короче, это. Ага. У меня, конечно... Что с экраном? Почему такое свечение? То есть... Ну иди, иди сюда, теперь иди. Бля, нажраться может этих препаратов, а? Может их просто оббежать? Бля, я упал с этой хуйни. Так. Хуй лыс, блядь. Подожди, убежать. А чё так много человек здесь, F6? Это либо... Это либо зомби, либо какие-то другие. Кто-нибудь мне скажите, пожалуйста, что у меня с экраном? Что у меня с экраном за мандеба? Сейчас обмотаюсь весь так. Ох ты, сука! Ах ты ж, сука! Каким ты макаром пролез, а? Вот уёбок. А как он так появился, прям здесь рядышком? Мочи, мочи, говорит его, мочи, блядь. А, я без брони, ой, какой я молодец, ой, блядь. Ёбаный в рот. Попади же, господи, сколько еще надо выстрелов сделать. Фух. Да, мне похоже на эту пушку понадобится, не знаю. 1005 патронов всяких. Да откуда? А, все вижу. А как они прознали, что я здесь, эти зомби? Интересно. О! Вот эти патроны я, конечно же, забираю. Они на звук выстрелов идут, что ли? Зомби идут на звук выстрелов. Ну это, блядь, вообще что-то. Из грани фантастики, я бы так сказал. Успокойся. Так, принимаем одну такую херню. Вот это нахрен вес лишний. Успокойся, приятель. О, лечебный берил. Это что за хрень? 12 тысяч. Ткань костюма пропитана стриптоцидной мазью, ускоряющей заживление ран. А, так. Пулестойкость. Ты. Так, еще. Где эта хрень? Заебало. Как они меня находят, выпасают, а? Почему я не могу этих белых чуваков облутать? Еще раз. Пулестойкость 19, взрыв. А? Удар 48, удар 20, разрыв 40. Но она чуть-чуть покрепче, вот это, от пулестойкости и так далее, но все равно хуже. Его продали. Хо-хо-хо.
Надо же, в голову попал. Отъехал сразу, сука такая. Так. Где ты? Кто где? Кто здесь где? Да реально, я вроде ему в голову стреляю, чё ж попасть не могу. Так, а мне сюда. Мне вот сюда. Только не знаю, вниз или вверх, куда. Именно спускаться, подниматься. Надобно. Какая-то хрень. Какой-то артефактик. Да я походу не, я походу прошел этаж свой. Это где-то здесь. Или даже ниже, наверное, да? Тоже нет. А, не-не-не-не-не. Там еще какая-то локация. Так, эта бочка не взрывается. Не понял. В чем прикол? Что надо сделать? Мечен, это понятно. Лаборатория. Проникнуть в лабораторию. Обыскать труп Васильева. И второе, проникнуть в лабораторию. Так, ладно, F6, у меня кроме спуска ниже ничего не в голову не идет. Да, может это и есть лаборатория? X16 или чё? Задание выполнено. Отключить первый блок управления. Прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда будет сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будет здоровый. И не забывай про таймер. Да я-то про таймера не забуду. Мне вот эти напрягают зомби. Так, что это такое? Радиация плюс 5, разрыв 5%. У меня почему-то подлагивает здесь. Не знаю почему, не должно. Ну и где ты там квакаешь? А. Кляши! Заебал. Реально заебал. Ох. Еще одна, блядь, лаборатория. Трупы, трупы, трупы. Тихо, 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 тихо. А что там внизу? А ну-ка. Давай посмотрим. Ага, вроде Ника. Никого, блядь, так. Зацепился. Так, нахуй. Тихо, тихо, тихо. Я же слышу, кто-то ходит. Да-да-да-да-да. Кто-то ходит. Здесь кто-то ходит. Блядь, буду. Кто-то ходит. Вон кто-то ходит. Или нет? Да. Съебись. Ой-ой-ой-ой, здоровье-то не в порядочке.
Мочи, мочи, мочи. Так, там какая-то тварь еще есть. Ублюдок, на тебе. Вот, вот она эта хрень. 11 патронов. И что мне делать? Что это за жесть? Я буду бегать тогда. Да? Мне нечем воевать. Да нет у меня патронов. Ебать. Вот и все. Патроны кончились. Заебали там квакать, а ё-моё. Реально, блядь. Так. А, подожди. Наверное, придется его юзать. А что делать-то? Будем разоружать трупы, снимать с них оружие, патроны. Один выбросить, один разрядить, патроны эти выбросить нахер, обмотаться бинтами. А что делать-то? Я ни хер его знаю. Так, F6. Давай. Руки, ноги везде валяются. Жестко. Растерзали тут их. Так, это что тут его содержали, что ли? Чувака этого. О, гранатка хоть одна. Ну, что они такие слабые, что я в них не верю. Кто-то орёт злой. Хренота это. Так, на. Я видел там еще одна. Где-то там. Да что ж ты будешь делать, а? Пять патронов. Ой, блядь. Пять человек там. Блин, ё-моё. Ну, не знаю. Я сейчас F6 сохранюсь. А сейчас будем пробовать что-то, наверное, сделать с этим мероприятием. Внимание! Критическое излучение! О! Ёб твою мать. Так. Про таймер я-то помню. А где второй блок-то? Здесь внизу? Поехали, прыгнем сюда. Ой, ёб твою мать. Поднимайся. Где второй-то блок? Так, ладно, блок один понятно. До 3 минуты. А, и уроды нагрянули. То это зомби, да? Жопа полная. Ублюдок. Ох ты, ё-моё! Да понял я.
Вот он, блок. Установка Т-17. Разблокировано. Блядь, беги быстро отсюда, ты чё? Я ебанулся. Как мне выставить на... Ну, на F, F, наверное. Быстро, быстро, быстро. Я не понимаю, почему их я не могу убить. Так. Я походу сейчас тут взорвусь, да? Установка Т-12 разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. F6. Слушайте, дайте мне просто отсюда уйти, а, я умоляю. Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! Бабай, что такое? Фух, ёпта. Ой, блядь. Если это так важно, почему ты не объяснил, зачем ты идёшь туда? Какая заставка красивая-то, а? Как тебе удалось сделать эту фотографию? Это по тем годам вообще. Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ах ты красава. Лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. А что за чувак это? Все будет хорошо. Да уж. Да уж. И куда ты теперь? Север. На север. На север. Игра окончена. Нормально. Нажму с это самое продолжить. А, подожди. Ладно, короче, я на этом серию тогда закончу. Придется то же самое переигрывать. Вот, но чтоб меня там не убили. Ладно, чё, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.